привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать свою мягкую игрушку. Она новая. Такая мягкая игрушка. Это девочка. Она у меня появилась только в 10 часов утра. И у нее есть шарфик. Также вот тут сердечко. Если что, можно вот так вот делать. И тут сюрприз сердечко. И у нее также есть паспорт. Вот такой паспорт. Ее зовут Маша. Эту игрушку зовут. Игрушка мягкая. Машка Маша. Вот. Она сделана была в июне 2020 года. И поэтому я ее хочу нарисовать сейчас. И мы будем ее рисовать. Берем мы вначале, рисуем ей голову. Мордочку. Вот. И также у нее глазки тут беленькие в беленьком. И носик и ротик в беленьком. Но именно вот тут беленькая и вот тут беленькая. Также мы вот тут рисуем вот так. Вот так. И также вот такое. А вот тут будет уже носик и ротик. Вот. Вот тут также будут глазки. Вот так. Вот так. Вот. И вот тут также. И ушки. Вот так вот. И вот так. Вот. Теперь мы рисуем шарфик. Так как у нее есть свой документ, так и будет свой портрет. У нее шарфик такой, как бы вырезанный в полосочку. Вот. Теперь мы будем ей рисовать тело. Вот так. Также... Вот тут у нее есть подушечки, коготочки, как бы такие. Есть такая бумага, как бы, чуешь, что царапает, но саму не царапает ничего, просто так чувствуется. Вот. И также подушечки. Они у нее будут белые, поэтому мы их не будем ничем закрашивать, даже серым карандашком. Так у нее они чистые будут. Вот. И раз, два, три. Как и тут. Раз, два и три. И вот это. Также повторяем на второй. Ее лапу мы рисуем. Вот так. Вот. Один, два, три. Вот это три коготочка ее. И также подушечку. Вот так. И раз, два, три. И также ее задние лапки. Они так у нее идут вот отсюда. Вот так. Вот аж отсюда. Вот, наверное, мы их рисуем вот отсюда. Сюда. Отсюда. И сюда. И также коготочки. Один, два. И три. Один,
два, три. Так как она передом к нам, вот и мы не рисуем, потому что он сзади, где спина. Теперь мы можем приступать раскрашивать ее по цвету. Ну, мы можем еще нарисовать тут сердечко, как у нее есть. Вот тут. Пусть будет. Вот. Теперь мы можем раскрашивать. Берем мы карандаш. И раскрашиваем сердечко. Как у нее оно красненькое. Вот. И у нее глазки такие коричневые. Поэтому мы возьмем такой коричневый. И раскрасим ей глазки. Вот. И берем мы также черный маркер. И раскрашиваем зрачки. И раз, два, три. Реднички. Раз, два, три. Вот. И носик. И коготочки. Черненькие. Как и у нее, коготочки тоже черные. Ура, меня! Я еще раскрашу, ты будет мой портрет. Вау, я посмотрю свой паспорт. Все ли там про меня написано? Вот. Теперь мы берем розовый и раскрасим. Он такой, как бы, не такой сильно яркий, поэтому пусть будет так. Теперь мы будем раскрашивать ей шерсть. Она у нее такая коричневая, такая. Но самой она посветлее. Снять свой документ, чтобы он не потерялся. Мы потом будем раскрашивать. Вот, я уже раскрашиваю второе ушко. Вот. Так, надо проверить. Так, глазки по цвету моих глазок. Так. Коготочки. Ух ты, копия. Подушечки тоже копия. Так, шарфик ничем не красить. Ага, все у меня коричневым. Ага, и цвет подходит к моей шерсти. И сердечко. Так, все нормально, можешь приступать. Так, я по-быстрому сейчас раскрашу. Ну, теперь я обвожу контур, чтобы было лучше видно, что это голова. А простой карандаш мне не так уж заметно, когда ты раскрасишь. Вот. Так, я пришла проверять.
О, правильно головку раскрасила, правильно обводку делала, то буду видеться, как туман коричневый. Вот, теперь мы приступаем к ее телу. Вот, я уже раскрасила вот эти лапки. Правильно. Так, еще докрасить мою лапку, вот эту. Левую лапку еще докрасить. На, Лиза, тебе контуры делать. Ну, спасибо. Пожалуйста. Еще мы сделаем вот такую обводку, чтобы было также видно. Вот. Мы делаем везде обводочку. Также вторую лапку. И вот эту переднюю левую лапку. И также обведем подушечки. Вот. Первым мазнем коричневый. Теперь мы можем еще обвести. Ее мордочку. И сердечко. Теперь мы возьмем черный и ротик. Вот так вот переведем, чтобы было лучше видно ротик. И также ну что же, моя Маша готова, Мишка. Кому понравилось, ставьте лайки, не забудьте подписываться на наш канал. И всем спасибо за просмотр, кому понравилось мое видео. Всем пока!